Это будет документальный рассказ о тысячах людей, которых уже нет среди нас. Это будет документальный рассказ о правосудии во имя человечности. За каждой пулей, годами ржавевшей в темноте, стоят два имени — жертвы и палача. Далекий северный город Воркута. Еще недавно по этим улицам ходил человек, в чьих документах было записано: Осип Александрович Басанкович. Родился в Режецком уезде Литовской ССР. Вот он выходит, справа. Как видите, Басанкович улыбается. Переместить Резекне из Латвии в Литву для него сущий пустяк. А теперь вместе с воркутинскими шахтерами давайте зайдем к Басанковичу в дом. Оказывается, хозяин большой любитель туризма и охотно рассказывает об этом. Вот как выглядит Железноводск и каков я сам. Басанкович убедительно рассказывает о том, как хорошо ему живется при советской власти, которая дала возможность ему, простому рабочему, отдыхать на многих курортах страны. А это автомобиль бывшего начальника Басанковича, Пунтулиса, и сам господин Пунтулис в канадских водах. На чье золото куплен этот комфорт? Не будем пока уточнять, ведь канадцы принимают его за порядочного человека. Весьма откровенно о взглядах своего семейства рассказывает супруга господина Пунтулиса в письме, которое публикуется с разрешения адресата. Только за одну землю под новый дом уплатили 18 тысяч долларов. Так мы и живем. Стараемся раздобыть как можно больше денег, ведь деньги в этой стране все. За деньги здесь можно даже купить титул «Лорд» и «Сэр». Мы живы, здоровы и надеемся опять выйти в люди. В люди уже вышел давний знакомый Пунтулиса, новоиспеченный магистр юриспруденции некий Болеслав Майковский из Нью-Йорка. Видите ресторан слева? Как раз рядом расположилась редакция иммигрантской газеты «Лайкс» «Время». Вот как характеризует она Майковскиса в день его 50-летия. Годы, отданные общественной деятельности. С тех пор, как Майковскис прибыл в Соединенные Штаты, он отдает себя беззаветному служению латышской католической общине в Нью-Йорке. Майковскис не только руководит церковным хором и сам поет, но и увлекает других. Да, он действительно поет. О пристрастии Майковскиса к песнопениям может рассказать и его бывший духовный пастырь в Латвии Адольф Старбунес. Идет богослужение, не будем ему мешать. Сейчас ксенц выйдет. Не могли бы вы сказать, кто этот человек? Майковскис. Вы не ошибаетесь? Нет. А откуда вы его знаете? Он в церковном хоре пел в Резекне. А чем он еще занимался? В полиции работал в Резекне. Я. А в годы оккупации он тоже пел в хоре? Когда у него не было работы, пел. Ну а где он сейчас, Майковскис? Не знаю. Я с ним не переписываюсь. Не знаю.
Никого. Не знаю. Можно понять слугу Господня. Он больше не хочет знаться с бывшим прихожанином, у которого значительные заслуги не только в церковном пении. Такими крестами Гитлер награждал героев тыла за особые заслуги. А сегодня, напротив здания Организации Объединенных Наций, Маяковский скликушествует в так называемой Ассамблее Порабощенных Народов Европы. И кликушествует почему-то от имени латышского народа. «Смотрите на Восточную Европу» — их лозунг. Сам Маяковский временно устроился в пригороде Нью-Йорка, Минеола, Гранд-авеню, 232. Мы сказали «временно». Как возвращаются домой такого рода туристы. Польская Народная Республика выдает Советскому Союзу Яна Красовскиса. Служа в гитлеровской полиции, он рьяно выполнял приказы Маяковскиса. Слуга вернулся. Дождемся и хозяина. Бывший подчиненный Пунтулиса Басанкович тоже отправляется из Воркуты в новое путешествие, но на сей раз уже не в качестве туриста. На улицах Резекне он больше не улыбается. Ведь здесь никому не втолкуешь, что Резекне в Литве. Выяснилось также, что Осип Александрович Басанкович в действительности является Басанковичем Язепом Антоновичем. Это доказала экспертиза. Рыночная площадь в Резекне. Когда гитлеровцы уничтожили всех жителей села Аудрини, 30 человек были расстреляны публично. Здесь, у тюремной стены. В этом здании находился главный штаб карателей, которым руководил Альберт Эйхельс. Свой первый приказ он подписал 26 августа 1941 года. «Вечная благодарность и слава фюреру Великой Германии Адольфу Гитлеру, начальник Резекненского уезда Эйхельс». А в канун Нового года Эйхельс подводит итоги. За короткий срок мы сделали немало, но еще больше работы впереди. Да, за этими словами стояли тысячи уже уничтоженных людей и тысячи невинных, обреченных на смерть. Следующая акция состоялась сразу после Нового года. Свидетельствует бывший дежурный 2-го полицейского участка Жуковскис. Борислав Маяковский и Эйхельс и спросили у высшего немецкого командования согласие на расстрел жителей села Аудрини. И в январе 1942 года
Маяковский собрал в этой комнате, так сказать, добровольцев для проведения расстрела. В лесах Анчупаны при свете прожекторов было расстреляно 170 аудринцев, в том числе 51 ребенок. Ночь на 3 января, а за ней еще много, много таких ночей. Машина перебрался, обгрезал. Сюда они на машинах подъехали. Команда Казби, аукшал, машина свинюс. Потом согнали всех туда. Особенно мне запомнилось, как расстреливали одну семью. Отца, мать, дочь 18 лет и маленькую девочку. Так примерно, лет 3. Отец говорил по-латышски. А мать, как мне кажется, была еврейской национальности. Все они просили не убивать их. Мол, они латыши уже 20 лет, как перешли в католическую веру. Все молились, призывали Божью Матерь. Вся семья умоляла, но не пощадили никого. Вот здесь стоял Эйхельс. Он зверски глядел на них и орал. Живее, живее, все это кончайте. А здесь стоял Маяковский, еще жандармы. Прошло 24 года. Теперь Альберт Эйхельс проживает в Западной Германии, Карлсруэ, Нейратенбаут, номер 5. В своем интервью во Франкфурте Рундшау он заявляет: «Ich bin nicht schuldig, я не виновен». Ну, ответ убийцы не слишком оригинален. На страницах New York Times Маяковский тоже утверждает, что обвинение против него не обосновано, потому что в Аудринях он никогда не жил. Маяковский действительно в Аудринях не жил. Он палач Аудриней. В своем очередном донесении он сообщает: «Аудрини сожжены, а жители расстреляны». Причем 30 из них подвергнуты смертной казни на рыночной площади в Резекне. Начальник участка Маяковский. От прежних аудреней осталась лишь груда камней. Рядом выросли новые аудрени, которые никогда не забудут могилы в Анчупанских лесах, где лежат более 8000 жертв фашизма. Пощады не было никому. Убивали детей, женщин, стариков. Из Аудриней удалось спастись лишь одной Клавдии Ковалевской. Ей было тогда 9 лет. Знаете, я не могу теперь. Столько было детей, и куда были меньше в мое время. Тогда бы я сдал и год, и постарше, так не могу. Это не в памяти у вас, нет? Кто это? Это тоже из вашей деревни. Вот никак не могу узнать. Это отец. Это вы помните. 41-м летом, я помню, приехал с поля. Как раз и помню, он фотографировался. Надо было менять паспорта. Басанкович указал и другие места преступлений. По приказу Пунтулиса рано утром четверо полицейских разбудили семью сельского учителя Салтупера, сказав, что повезут их к брату. В пути каждый полицейский наметил себе жертву, и когда подвода подъехала к яме, которая была выкопана заранее, выстрелил своей жертве в затылок. Сельские учителя Салтуперы с детьми.
Их обручальные кольца прибрал к рукам Пунтулис. Малыша убил Басанкович. Массовые убийства были совершены и в этом погребе, в селении Малта. Людей заставляли раздеться догола и загоняли сюда группами по 10. Акцией руководил начальник Малтского полицейского участка Пунтулис. Позднее он хвастался, что за одну ночь сумел культурно ликвидировать здесь более 100 евреев. Это произошло рядом с полицейским участком. Вот здесь. На рассвете трупы были зарыты за этим домом, в лесу. Ценные вещи опять прибрал к рукам Харальд Пунтулис. Так начала исполняться его мечта — выйти в люди. Так его имя попало на скамью подсудимых. Рядом с именами Майковскиса и Эйхлиса. Рядом с Басанковичем, Красовскисом и его подручным при экзекуциях Вайчуком. Уголовное дело об их преступлениях против Родины и человечества рассматривалось на открытом процессе в Верховном суде Латвийской ССР. Вот состав суда. Обвинители и эксперты. Защитники каждого подсудимого, пострадавшие, которым посчастливилось остаться в живых. Прибыли иностранные корреспонденты из Соединенных Штатов, Англии, Кубы, Канады. Дает показания Басанкович. Нас было 20 полицейских в команде. Вскоре из тюрьмы вывели первую группу, 10 человек. Это были жители села Аудрини. Первой шеренге полицейских Пунтулис приказал стрелять с колена, второй шеренге стоя. В каждую жертву стреляли 2 полицейских. Я тоже был в составе команды карателей. Судебный процесс происходил во Дворце культуры завода ВЭФ. С 11 по 30 октября 1965 года. Оглашается приговор суда. Он окончателен и обжалованию не подлежит. Смертная казнь Басанковичу и Красовскису. Смертный приговор вынесен также. Пунтулису, Майковскису, Эйхелису. Этим свинцом они сами подписали себе приговор.